Всех приветствую, с вами канал Автоток. В данном обзоре у нас штатная магнитола для автомобиля марки Lexus для модели RX300. Вот, и для Toyota Harrier также подходит. Таким образом она выглядит. Пластиковый корпус под цвет панельки штатной повторяет, собственно, форму головного устройства и встает на место бещелей и зазоров. Такая нестандартная немножко магнитола по размеру, поскольку дисплей у нее будет вниз немножко выпирать. Но в целом все встает на место отлично. То же касается и подключения. Там специальные фишки. Поэтому никаких проблем у вас с подключением не будет. Все встает, подключается без проблем и вмешательства в проводку. Дисплей 10 дюймов. Отличное качество изображения, довольно крупный. Имеются сенсорные кнопки, как и сам дисплей. Он емкостный у нас. Прекрасно реагирует на пальцы, как вы можете видеть. Не залипает, не зависает. Все нажимается, все двигается. Не нужно особых усилий прилагать. Кнопки сенсорные имеют подсветку, это она регулируется с помощью данной утилитки. Можете поставить любой цвет, какой вам больше нравится, мелочь, но довольно приятная. Характеристики данной модели в целом составляют довольно стандартную конфигурацию. Это 4 ядра процессор, гигабайт оперативной памяти и платформа Android версии 8.1. По основным приложениям и функциям пробежимся. Радио. Встроен радиотюнер, отличный прием сигнала, хороший усилитель стоит, благодаря чему звук на голову выше штатного головного устройства. Интерфейс у радио простой, понятен, уже на многих магнитол такой стоит. Настраивать в целом несложно. Ползунок, стрелки, ячейки для сохранения, балансир звука в машине, эквалайзер 12-полосный. В целом для тонкой настройки подойдет. Навигация также присутствует. Есть возможность установки навигационных систем. Тут по умолчанию уже стоит одна приложуха. Но можете поставить любую другую. Благо поддержка здесь таких имеется. Типа навигаторов Яндекс, Google Карт, DoubleGIS, Navitail и множество других. Bluetooth. В принципе, функции Bluetooth, как и на стандартных Android устройствах, на всех типа смартфонов, это синхронизация с гарнитурой hands-free, смартфонами другими, разными другими устройствами по Bluetooth, которые коннектятся всякими колонками дополнительными, DVD-адаптерами и множеством другим приложений, множество других устройств. Вот такая вот функция. Аудио-видеоплеер, поддержка большинства форматов медиафайлов. Это значит, что можете смотреть фильмы и слушать музыку, закинув, например, на саму магнитолу файл, либо с флешки USB. Качество картинки отличное, прекрасная цветопередача, все плавненько идет, то есть видео смотреть одно удовольствие будет. И самое главное, если видео в формате Full HD у вас, здесь оно не будет ужиматься и качество не будет теряться при этом. Вот, какие еще функции? Это, естественно, кнопки мультируля настраиваются. Очень удобная вещь. Настраиваем и меняем громкость музыки, например, станции. Принимаем звонки по Bluetooth. Все это не отвлекаясь от дороги. Также есть возможность по RCA кабелям устанавливать различные камеры. Машины довольно крупные, RX и Harrier. Поэтому мертвые зоны у нее побольше, чем на легковых. И не помешают лишние камеры для, собственно, отмены таких зон, если можно так выразиться. Парковочный, круговой обзор, передний. У нас на сайте большой выбор различных камер, как штатных, так и универсальных. Можете посмотреть что-нибудь и подобрать. Ну и поскольку это Android, как я уже говорил, здесь есть такие приложения, как Play Market, стандартный набор, Google, поисковик, Chrome, браузер, у YouTube даже приложение есть. И есть приложение Torque, собственно, про те OBD адаптеры, о которых я говорил. Магнитол есть поддержка не только по Bluetooth, но и по Wi-Fi, проводные также будут работать здесь. Все это подходит для диагностики машины, для выявления неполадок и прочих полезных вещей. Чтобы у нас, собственно, интернет был, есть возможность подключения к сети Wi-Fi на меню настроек. Также магнитола поддерживает и USB модемы. На сайте также большой выбор у нас. В целом, вот такая магнитола хорошая, она качественная. Гарантия 12 месяцев, отправка по всей России, есть транспортными компаниями, либо почтой. Есть также оплата наложенным платежом.
Если какие-то возникают вопросы по эксплуатации и установке, всегда можете позвонить менеджеров, поскольку присутствует у нас постгарантийное обслуживание, техническая поддержка. В комплектацию магнитолы входит головное устройство. Тут есть распиновка на задней панельке, фишки подключения питания, два USB кабеля для подключения внешних устройств. Вот они, тюльпаны RCA. Под аудио, под видео все по цвету отличается, все подписано, так что вопросов, куда что подключать, не возникнет. Есть комбас и GPS модуль с Wi-Fi антенкой и усилителем. Ссылка на магнитолу будет под видео. Если имеются вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.